Всем привет! Сегодня я буду готовить фруктовые панкейки. Что нам понадобится для их приготовления? Стакан молока, стакан муки, 3 столовые ложки сахара, 1 яйцо, разрыхлитель, ванильный экстракт или же ванильный сахар, растительное масло. Из фруктов мы будем использовать яблоко и консервированные ананасы. Для начала займемся тестом. Вбиваем 1 яйцо в миску миксера, добавляем сахар, следом молоко и взбиваем на средней скорости. Теперь сюда же добавляем муку, 2 чайные ложки разрыхлителя и снова все перемешиваем. И обязательно не забудьте добавить щепотку соли. И продолжаем взбивать. Тесто практически готово. Добавляю ванильный экстракт, буквально чайная ложечка. И немного растительного масла. Столовые 2 ложки, наверное, где-то так. Последний раз перемешиваем. Ну вот и все, тесто для блинчиков готово. Тесто пока что оставляю в сторону и займусь яблоком. Его мне в первую очередь нужно почистить. Теперь специальным приспособлением удалим сердцевину яблока. Подготовленное яблоко нарезаем на кольца. Сковородка разогрелась, теперь можно жарить блинчики. Берем, допустим, ананас, макаем в тесто, окунаем и отправляем в сковородку. И обжариваем с двух сторон на маленьком огне. Переворачиваю. Другая сторона подрумянилась, блинчик готов, выкладываем на тарелку. Яблоко окунаю в тесто и в сковороду. Сверху можно полить дополнительно тесто. Вот такая красота получилась. Сверху можно полить медом, сгущенным молоком, либо же любым джемом. Попробуйте приготовить, это необычно и вкусно. Всем приятного чаепития. Подписывайтесь на семейную кухню, кто не подписался. Также подписывайтесь на наши каналы, ссылочки в описании под видео. Всем приятного аппетита. Ну а мы увидимся с вами очень скоро в следующем видео. Всем пока-пока.